Все украинские земли должны стать украинскими. Так командование Украины рассчитывает после освобождения Херсона провести военную операцию в Крыму. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Давайте послушаем. Блокада Херсона, в частности Херсона самого как города, да, позволит рассчитывать уже на определенные действия по блокированию коридора в Крым, ну и, соответственно, по проведению специальных операций уже в Крыму в более большой, в гораздо большей интенсивности они прорабатываются. Естественно, мы сейчас этим занимаемся. Крыма как такового, как оборонительного узла, кстати, это должны тоже в России начинать понимать, нету никакого оборонительной крепости под названием Крым. Вот как только падает Донецк и Луганск, из Крыма все уходят. Вы увидите сами, это будет очень красивое зрелище. Я вас в данном случае как к военному. Вы можете подтвердить слова Подоляка и вообще какова... Потому что до сих пор даже в украинском обществе вот говорят все, и когда упирается в Крым, все хотят, чтобы он освободился, но при всем при этом у всех такая, знаете, какая-то такая опаска относительно Крыма. А как его будут освобождать? Во-первых, что касается непосредственно там, по Херсоне заговорить, сейчас задача номер один, ну, естественно, кроме максимального зайти и установить рубежи на освобожденных территориях, это очень важно. А во-вторых, продолжается важная, сложная, длительная операция на правом берегу Днепра, вот там, где Херсон, вот там очень большая территория, большая группировка противника, которую вооруженные силы постепенно перемалывают. Вот тоже я не хотел бы забегать поперед батьки в пеклу, как говорится, но... Ну, мы комментируем комментирующим, да, мы комментируем подалека, да. Я тут скорее бы обратился к статье недавней на Укринформе генерала Залужного и Забродского, где они десакрализируют Крым. И Крым ставится в качестве одной из задач. Речь идет о том, что уже физически боевые действия перенесены на крымскую территорию. То есть последовательность, которую раньше так озвучивали осторожно украинские эксперты, сначала вновь захваченные территории, потом Донецк, Луганск и в последнюю очередь Крым, генералы несколько меняют и говорят, что возможно Крым надо будет освобождать раньше, чем определенные территории на востоке нашей страны. Что Крым будем освобождать, это точно. Я сегодня прочитал, готовясь к эфиру, прочитал в одном из пабликов, что российские войска на правом берегу, херсонская группировка, отошли на 40-50 километров ближе к Херсону, то есть специально отодвинули свою линию. Для чего это сделано? В чем причина? Там не совсем так, скорее украинские войска рассекают группировку противника пополам. По крайней мере, пытаются. И не исключено, что противник с целью ее сохранения, она постепенно истончается, истощается. Теряются люди, теряются боеприпасы, теряются запасы. И противник с целью попытки ее сохранения и укрепления может, грубо говоря, ее сжать.